Уважаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации, во-первых, я хочу проинформировать вас об итогах Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который состоялся на этой неделе в городе Страсбург. Один из 11 делегатов Украины в этом Конгрессе являюсь я, и хочу вас проинформировать о том, что мы добились в Конгрессе достаточно большой победы для всей нашей страны, принятие очень позитивной резолюции для Украины, которая в частности говорит следующее. Використання військової сили Росією, щоб перекроїти національні кордони, є неприйнятним. Відповідно, Конгрес засуджує російську анексію Криму та Севастополя у порушення міжнародного права. Конгрес наголошує на своїй повній підтримці того, що Крим та Севастополь є безперечною частиною України та щоб територіальна цілісність України була відновлена. Это очень важное решение. Впервые за десятилетия в Европе прозвучало слово «аннексия», поэтому хотел вас проинформировать об этом. И второе. Украина сегодня переживает, наверное, самый драматический момент своей новейшей истории. Агрессор уже отнял часть территории у нас, во всяком случае мы потеряли контроль за ней. Продолжается накопление сил и средств на наших границах, продолжаются провокации в наших регионах, льется кровь. И потому очень важно сегодня проявить свою позицию. Я приглашаю всех депутатов областного совета. В воскресенье в 13 часов от Дюка начинается марш за целостную Украину. Пожалуйста, прошу всех вас прийти, поддержать, чтобы в нашем регионе не лилась кровь, чтобы в нашем регионе было мир и спокойствие, чтобы мы не стали серой зоной, как Приднестровье, чью судьбу мы хорошо знаем. Спасибо большое. Дякую, Алексей Алексеевич.